Извините, здравствуйте. А я хотел бы вам посоветовать купить ребенку щенка. Щенка? Да, такого отлично. Маленького щеночка. Просто у меня сосед в доме кореец, говорит, очень вкусно. Я бы вам тоже посоветовал бы малышу. О, отлично. У меня как раз прикорм ввожу, я думаю, ему понравится да? тоже. А вот мне остальные говорят, что ты несешь. Наконец-то хоть человек, который понимает, что в еде.